Что это? С помощью этой машины мы перевезем останки нашего господина. А не проще будет оживить его сразу, на месте? Прошу меня простить, повелитель, но существо, обладающее силой Келтузеда, можно воскресить лишь вместе со сосредоточением магических сил. В этих землях нет таких мест. Ладно, я понял. В путь! Всем здорово. Продолжаем проходить Warcraft 3. Блин, заметили, какой Артас псих просто? Труповозка. Убейте паладинов, охраняющих кладбище. Приведите Артаса к могиле Келтузеда. Артас не должен погибнуть. Заметили, какой он псих? Что это? Такой наезд сразу. Палатки трогать, не трогать. Что это за вышка? Ее надо сломать. Не, лучше отойдем. Пускай труповозки сами ее сломают. А то там АОЕ. Они всех меня дамажат. Неважно, что у меня тут вурдалаки мои. Хорош. Не надо, не стреляйте. Отдыхайте он. А вы жрите. Ну, кстати, вот этому бы тоже не помешало пожрать. Ну ладно, потом. Артес, прекрати это безумие, пока еще не поздно. С дороги, брат. Я пришел за парой старых костей и не хочу, чтобы мне мешали. Обосрался кто-то, потратил койл и потерял уже двух курдалаков. Черт. Надо выманить пехотинцев и вот здесь их принять. То под этими драться не хочется. Блин, от этих труповозок только проблемы одни. Иди вот там пожри, что ли, там тоже трупак лежит. Все, что ли? А он его совсем сожрет? Я смогу его потом доесть этим вторым? Не, не смогу. Ну ладно. Поверить, что когда-то мы называли тебя лучше своим отойти братом. Нужно было сразу понять, что избалованному принцу не место в рядах ордена. Ты осквернил имя Серебряной Длани. Вот этого окружим, пехотинца. Этого отведем. И вот этого отведем. Бегите, вурдалаки. Нет, эту повозку тогда отвезти. Не, я его теряю, походу. Ее чинить нельзя. Камон, как сложно. Не хватает маны. Иди жри. А ты убегай просто. Блин, нет, не убежал он. Блин, да шо они такие сильные? Как я должен вообще драться тут? Камон.
вот так мы, наверное, добьем сейчас его. Увести труповозку. Не хватает маны. Нормально. Свиток исцеления. Ну, хоть так похилимся. Что-то тяжко идет. Надо добить вот эту мортиру и потом вторую. Само сломается. И так нормально. Хотя я не уверен, что это все ломать надо, но почему, собственно, нет, когда можно? Это же вражеские строения. Лучше сразу сломать. Кладбище уже вот. Может быть, мне туда и надо? Там и будет килл-тузет. А, ну вот, да, походу. Следуй за мной, некромант. Силы, которым ты когда-то служил, вновь призывают тебя. Я говорил тебе, моя смерть ничего не изменит. Что за... Кто это говорит со мной? Это я, Келтузет. Что не ошибся в тебе, принц Ардес. Вас только за смертью посылают, принц. Останки почти разложились. Мы не довезем их до Кельталаса. Кельталаса? Да. Только сила солнечного источника эльфов может вернуть Келтузеда к жизни. И что нам делать? У паладинов хранится особая урна. В ней мы привезем останки некроманта в нужное место. Добудь ее. Как скажешь. Так, надо обустроиться. Зиккурат пока нельзя строить. Да, в принципе, наверное, ничего нельзя строить. Пока не встанет эти две постройки. Проклят, прежде чем послушники смогут добывать из него золото. Вообще, типа, по сюжету у меня есть претензии к Артасу. Типа, ты был принцем. Крутым таким. А теперь ты на побегушках у Тикондриса. Новые здания могут быть построены только на этой земле. Все, кроме Некрополя. Да я это знаю. Успокойся. Просто этот Тикондриус такой. Тебя только за смертью посылать, Артас. Иди добыть урну. Вообще офигел, попутал. Так, ну Артаса можно разведывать, потому что он очень быстрый. У него на коне скорость. Постройка прям завершена. Офигевшая. Так, это отлично. Это значит, можно построить декурат сразу. Здесь один. На земле, здесь второй. Охваченной порчей, слуги тьмы быстрее восстанавливают свои силы. Надо быстрее золото идти добывать. Постройка завершена. И сразу бараки построим. А Артасом пока разведаем, что тут как. Те, кто похоронен на кладбище,
будут верно служить вам. Нужно больше. Постройка золота. Завершена. Постройка завершена. Да построю я, построю. Три надо зиккурат обязательно. Сколько надо на зиккурат? 150. Сейчас сделаем месяцы. Вот здесь вот. Три зиккурата, окружающие некрополь. У меня вот так вот будет. Так, я нашел точку, которую можно зачистить. Так, да подождите. А, утро, они проснулись, поэтому начали меня атаковать. Сейчас у меня натикает золото, я себе найму в склепе. Постройка завершена. Вурдалака. В принципе, у меня достаточно дерева. Я, наверное, возьму троих вурдалаков. Вурдалаки будут собирать лес для ваших построек. Угу. В принципе, этого мне должно хватить. Три вурдалака плюс Артес. На Артесе третий уровень, я думаю, апну за счет постройка этого стака. Постройка завершена. Даже можно втанковать им чуть-чуть. Пошли. Постройка завершена. Где вообще шмотки, которые у меня были на Артесе человеческом? Что за беспредел? Уровень, кстати, не апнул. Недостаточно этого для уровня. Живые наступают. Да, они вообще не в тему наступают, живые. Сейчас я наступлю им. Шли врезаться. Потерял одного вурдалака. Так, троих на дерево вернем. Наймем еще. Это надо починить. Что я могу еще построить? Такого интересного. Алтарь тьмы. И чертоги мертвых, кладбище. Ой, то есть это называется бойня. Так. Нужно больше золота. Куда тебе золото? Так, откуда они напали вообще? Они откуда-то вот отсюда пришли. Постройка завершена. Пойдем чекать, чего у них тут есть. А что, они меня не боятся? Ну блин, сразу ополчились. Бежим. Бежим. А вы фигачьте их. Красиво. Он не может выйти. Нет, я потерял его. Ну как так? Отходим, там у нас есть это, зиккураты. Чё я сразу тогда до них не добежал? И пассивку лапнем, пускай серегенится потихонечку. Все пускай хавают. Да вы-то куда пошли? А, имбецилы. Идите дерево добывайте. На нас напали. Мне нужны еще. К зиккуратам отходим.
труповозки вообще как можно дальше. Не бять труповозку им. Нормально, все спасаем. Все живо. Апаем чертоги. Нормально, еще трупы. Собирайте мне труповозки, давайте. Так, а вы почините мне катапульту. Нормально собрал трупов. В принципе, это хорошо, что я их забрал. Если бы у меня был Артас апнутый, я бы мог им это воскресить их. Еще вардалаков нанять надо. Все, хорош жрать, пошли. Еще вот это надо взять, труповозку. Сейчас он ее долечит. Дочинит, точнее. И еще вардалаков. Почти, почти, почти. Ну и вот с этой армией уже можно что-то делать. Так, идем на их базу с вурдалаками. Блин, три пехотинца и паладин. Я их не боюсь так-то. Проклятый изменник! Ты недостоин имени своего отца! Не знаю, почему Утар поручился за тебя. Ты втоптал в грязь его доброе имя и заслуживаешь смерти. Чё он ругается? Постройка завершена. Офигеть их тут? Не, я так не потяну. Мне надо бежать. Там еще синий пришел. На нас напали. Надо бежать отсюда. Надо к зиккуратам бежать. И под зиккуратами можно уже будет подраться. Труповозки надо вытащить. Они окружили мои труповозки. Не хватает маны. Увести. Вы там давайте помогайте. В принципе, я их тут всех развалил. Почти. Чини мне труповозку. Так, пока они были сильно продамажены. Сейчас поставим еще бойню. И можно всем идти в наступление. По крайней мере, бирюзового надо сломать. Паладина развалю. Да ну как так? Я не успел сделать это. Дай выйти ему. Все, живой. Жив целый орел. Не хватает маны. Этого убрать. Этого убрать. Забираем. Он бежит за ним. Вот с этим дерись давай. Жрите. Не дает.
не дает жрать. Его сейчас декураты убьют. Что за фигня он делает? Ладно, пойдем бить строение. Он бегает за моим бардаваком. Целебное зелье с него упало. Ладно, тут еще есть трупы? Не, по-моему, нету. Этот там пожрет, если че. Это паладин гений. Давай жри на цешку. Так, бойня есть. Построить зиккурат. А, не хватает у меня. Окей, ставим зиккурат. Вот здесь поставим. И один вот здесь. Все, нормально. Надо ловить их. На нас напали. Постройка завершена. Постройка завершена. Да, у меня вурдалак выживал, но у меня труповозки его добили. Сильно. Вкачаем улучшение. Еще вурдалаков надо. И еще труповозок. И еще зиккурат построю. Не знаю только где. Где лучше построить? Здесь вот, наверное. И потом вернись. Так. А, у меня тут один остался, добивает. Понял. Исследование завершено. Постройка завершена. Ну, а теперь можно идти своими этими. Уже. Своей... Урмей. Захиливаем. Этого уводим. Все, больше не стреляйте. Вы достали. Так, эти жрать. В принципе, вообще надо вот так вот делать. Пускай кто хочет, те жрут. Исследование завершено. Терроризировать город идем. А вот овечку трогать я не буду. Мост сломан. Окей. А куда идти-то? Сюда? А, ну вот паладин. Твое предательство разбило утру сердце. Он был готов отдать за тебя жизнь. И вот как ты отплатил ему.
урны, только я не наблюдаю у этих паладинов, где она может быть. О, кстати, бараки надо по-любому сломать быстрее. Не ломайте мои катапульты, достали. А, ну видать, вот здесь вот вниз надо и вот так вот. Окей. Кто на нас напал? А, вот он. Страной 70 лет, а ты уничтожил все за несколько дней. Как трогательно, Утор. Отдай мне урну, и ты умрешь без мучений. В ней прах твоего отца, Артес. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Ха, я и не знал, что в этой урне, но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. Да, конечно, я что-то забыл уже про эту деталь, что там прах его отца будет, ну, все в таком духе. Конечно, да. Так, и у меня выживет бурдалак? Видимо, выживет. А вот этот не выживет, и вот этот не выживет. Вот этот зато выживет. Так, они там добили у меня все. Давайте ко мне все, парни. Я там уже бабла забей выше крыши. Можно бесконечно нанимать этих декураты, труповозки. А у меня дерева нету, наверное. Или еды. Чего-то, короче, нету. Так, похилил. Правда, он тоже похилил. Мне с ним, конечно, не сравнится. Не хватает по мощи боевой. Блин, он меня шатает. Надо отступать. Я ему ничего не сделаю. Слишком сильный. Постройка завершена. Чтоб пожрали эти гамадривы. Да не идите никуда. Надо заново войско собирать. Они меня отметили. Плохо. Не хочу заново собирать никакие войска, но придется. Я, кстати, вниз вот сюда не ходил. Что у нас тут? Антилопа. Окей. Голем? Натуре голем. Да я понял, голем, все, я не прав. Блин, ну я хочу глянуть, что там за голем. Повозки все вот сюда куда-нибудь. И мне больше не надо труповозок. Хорош. А вот ворлоков надо. Ворлоков, вурдалаков, то есть. Так, и с этой армией я направлюсь к големам. Вот. Повозки пока оставлю где-нибудь. Где? Ну, пускай вот здесь вот будут. Извини, чувак. Так. Мне големов надо зачистить, мне кажется. Вдруг там шмотка какая-то хорошая упадет. На следующих миссиях поможет.
Правда, хилиться с них нечем. Так, ну пока только бабки дали. Что еще тут есть? Еще голем. Давай, давай. Что, кстати, у меня за шмотки? Скорость боя и ловкость. Ага, был бы он еще у меня ловкачом, было бы интересно. Так он у меня, по-моему, основной стат у него сила. Антилопа сама виновата, что встала тут. Так, а тут ничего нет, что я сюда приперся. На нас напали. Еще один голем. Слишком много вурдалаков на добыче дерева. Не так много не надо. Двоих достаточно. Так, что у нас тут есть? А, это тоже город. Помогите! Нежить вернулась! Он успел спрятаться. А вот он не успеет. Нежить вернулась! Тихондрий тут. Теперь я знал сразу, что он здесь. А что? Я люблю людей. Я, кстати, не знал, что он так сделает. А что? Я люблю людей. Такой кадр. Теперь в ту сторону идти. Тут же никуда не прийти. Ну да, тут пройти нельзя. Надо сюда. Долго я вожусь с этой миссией. Ну ладно, нормально. Добью ферму вот здесь. Блин, ну он, конечно, сильный. Сложно будет. Так. Чё, у меня еда полна уже. Это у меня будет второй отряд. Это первый. Герои, вот. И, собственно, мои труповозки. Все, погнали. Пускай жрут сразу. Так, ну, думаю, пофигу. Можно долбить и хутора труповозками. Не успел все трупы выложить. Ну ладно. Так, надо подготавливать новых вурдалаков, раз он меня перебил тут всех. Он опять под щитом под своим. Я ему ничего сделать не могу. Долго его будет убивать. Побегай вот лучше за этим. О, все, можно долбить его. Че, труповозки должны справиться. Когда они убьют мне всех. Надеюсь, для тебя уже приготовлено место под ум.
Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Ута. Все дело в том, что я собираюсь жить вечно. Отлично. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не рассказывай. Меня можешь слышать только ты. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю мертвых тюремщиками. Я все расскажу тебе, когда вернусь в этот мир.